Россия не должна принимать участие в миротворческой миссии ООН. Позицию Украины обозначил замглавы администрации президента Константин Елисеев. Он призвал все заинтересованные страны приложить усилия, чтобы эти планы стали реальностью. Будущую миссию необходимо организовать в соответствии с основными принципами и правилами миротворческой работы ООН. В частности, она должна быть непредвзятой, то есть проходить без участия российских миротворцев, поскольку Москва является одной из сторон конфликта. Разворачивание миротворческой миссии ООН станет настоящим позитивным прорывом в политическом урегулировании ситуации на Донбассе.